Однажды в субботу, когда Иисус пришел на обед к одному из самых уважаемых фарисеев, те внимательно следили за ним. Напротив Иисуса сидел человек, больной водянкой. Иисус спросил учителей закона и фарисеев, разрешено исцелять в субботу или нет. Они молчали. Тогда Иисус, коснувшись человека, исцелил его и отпустил. Затем он сказал им, «Если у кого-то из вас сын или вол упадет в колодец, разве вы не вытащите его немедленно, даже если это будет в субботу?» Им нечего было ответить на это. Иисус заметил, как гости выбирали почетные места за столом, и рассказал им притчу. «Когда тебя приглашают на свадебный пир, не садись на почетное место, ведь может случиться так, что среди приглашенных окажется кто-то знатнее тебя. И тогда хозяин, пригласивший и тебя, и его, подойдет к тебе и скажет, «Уступи место этому человеку, и тебе придется со стыдом занять самое последнее место». Итак, когда тебя пригласили, пойди и сядь на самое последнее место, чтобы хозяин подошел к тебе и сказал, «Друг, перейди на лучшее место». Тогда тебе будет оказан почет перед всеми гостями. Так что каждый, возвышающий себя, будет унижен, и принижающий себя будет возвышен». Затем Иисус сказал хозяину, «Когда ты устраиваешь званый обед или ужин, то не приглашай своих друзей, братьев, родственников или богатых соседей, чтобы они не пригласили тебя в ответ и тем не отплатили тебе. Когда ты устраиваешь пир, приглашай на него бедных, коллег, хромых, слепых. Вот тогда ты будешь блажен, потому что они не смогут отблагодарить тебя, и ты получишь награду в воскресение праведных». Когда один из обедавших услышал это, он сказал Иисусу, «Блажен тот, кто будет пировать в Царстве Божьем». Иисус ответил ему, «Один человек приготовил большой пир и пригласил много гостей. Когда подошло время пира, он послал своего слугу сказать приглашенным, «Приходите, уже все готово». Но один за другим приглашенные начали извиняться. Первый сказал, «Я купил землю, мне надо пойти и посмотреть ее, извини меня, пожалуйста». Другой сказал, «Я купил 5 пар волов и иду испытать их, извини меня, пожалуйста». Третий сказал, «Я женился и поэтому не могу прийти». Слуга вернулся и рассказал все хозяину. Тогда хозяин дома рассердился и приказал слуге, «Пойди скорее по улицам и переулкам города и приведи сюда бедных, коллег, слепых и хромых». «Господин, — сказал слуга, — то, что ты повелел, выполнено, но еще есть место». Тогда хозяин сказал слуге, «Пройди по дорогам и вдоль изгородей и уговори всех, кого встретишь, прийти на пир, чтобы дом мой был полон гостей. Говорю вам, что из прежних приглашенных никто не попробует моего обеда». С Иисусом шло множество людей, и Он, повернувшись к ним, сказал, «Если кто приходит ко Мне и не возненавидит отца своего и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, а притом и самой жизни своей, тот не может быть моим учеником. Тот, кто не несет свой крест и не идет за мной, не может быть моим учеником». Предположим, кто-то из вас хочет строить башню. Разве он не сядет вначале и не подсчитает все расходы, чтобы знать, хватит ли ему денег для завершения строительства? Ведь если он заложит фундамент и будет не в состоянии закончить постройку, то все видящие это будут над ним смеяться. Начал строить, а закончить не можешь. Или, предположим, царь собирается на войну против другого царя.
Разве он не сядет вначале и не подумает, в силах ли он с войском в 10 тысяч человек отразить того, кто идет на него с войском в 20 тысяч? Если нет, то пока противник еще далеко, он пошлет посольство просить о мире. Итак, тот из вас, кто не отречется от всего, что имеет, не может быть моим учеником. Соль – хорошая вещь. Но если соль потеряет свой вкус, то что может опять сделать ее соленой? Ни в землю она уже не годится, ни в навозную кучу. Ее остается лишь выбросить вон. У кого есть уши, чтобы слышать, пусть слышит. Послушать Иисуса собирались все сборщики налогов и другие грешники. Фарисеи же и учители закона недовольно переговаривались. Он общается с грешниками и ест вместе с ними. Тогда Иисус рассказал им притчу. Предположим, у кого-либо из вас есть 100 овец, и одна из них заблудилась. Разве он не оставит 99 в пустыне и не пойдет искать заблудившуюся до тех пор, пока не найдет? И когда он найдет ее, то с радостью возьмет к себе на плечи. И когда он придет домой, то созовет своих друзей и соседей и скажет им: «Порадуйтесь со мной, потому что я нашел мою пропавшую овцу». Говорю вам, что на небе будет больше радости об одном раскаявшемся грешнике, чем о 99 праведниках, не нуждающихся в покаянии. Или если у женщины есть 10 серебряных монет, и она одну из них потеряет, разве она не зажжет свечу и не станет выметать из всех углов до тех пор, пока не найдет ее? И когда она ее найдет, то созовет подруг и соседок и скажет: «Порадуйтесь со мной, я нашла мою потерянную монету». Итак, я говорю вам, что Божьи ангелы радуются даже об одном раскаивающемся грешнике.